Или, например, на «Здравствуйте» о текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Доброе утро. Сегодня на 29 августа в Якутии всего зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 19 случаев, в Мирнинском районе 4 случая, в Нюрингринском, Оленёкском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах по 2 случая, в Абыйском, Алданском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Татинском и Усьянском районах по 1 случаю. Мы также продолжаем выявлять все ближайшие контакты. Они зарегистрированы, взяты под наблюдение. Подтвержден, к сожалению, также один летальный случай новой коронавирусной инфекции. Всего за лабораторной службой проведено 3179 анализов за прошедшие сутки. В целом же это 377 тысяч исследований проведено в наших лабораториях. Хотелось бы еще раз обратить внимание на справки. Вопросы все равно поступают. Поэтому еще раз подчеркиваем, что для детских садов мы берем справки о эпидемиологическом благополучии непосредственно либо в едином окне поликлиники, либо непосредственно на медицинских осмотрах, которые сегодня уже начались в детских садах. Для школ справок не требуется. Мы уже начали сегодня медосмотры для дошкольного возраста. Они проходят в основном в поликлиниках и в детских садах, когда приглашают деток с родителями. И сегодня мы занимаемся туберкулинодиагностикой и в дальнейшем вакцинопрофилактикой против гриппа. Просим всех родителей быть активными для того, чтобы проводить профилактику своих детей и самих себя. Всем здоровья. Спасибо большое.